Друзья, всем привет! Находимся на авторынке «Зеленый угол». Продолжение. Смотрим, что с ценами. Либо они у нас падают, либо они, наоборот, там растут вверх. Напоминаю, занимаюсь я помощью при покупке автомобиля. Если вам нужна помощь, если вы хотите приобрести японский автомобиль, мой телефон указан под каждым видео в описании канала. Телефон у меня один. Вот. Проверка одного автомобиля, напоминаю, стоит 2000 рублей. Одна из стоянок необъятного рынка. Давайте посмотрим, что здесь продается. Друзья, я хочу вам напомнить, здесь нет такого, то что вот на одной стоянке скооперированы какие-то определенные марки автомобиля. Допустим, ВИЦ, да, вот там стоянка, где будет куча ВИЦов. Такого нет. Продавцов на авторынке очень много. И каждый продавец, ну, знаете, он не заморачивается, он не возит определенную марку автомобилей. Многое что возит. Ну, в смысле, у каждого продавца там, скажем так, разнообразие, да, идет по автомобилям. Итак, ну, сегодня будем смотреть автомобили, где у нас есть цены. Стоит Сиента. Стоит Toyota Tank. Литровые, они есть турбовые. Цена, к сожалению, не указана, но ценовой диапазон начинается где-то вот, наверное, 600 тысяч, да, за более-менее нормальный автомобиль, 620 выше. Но, опять же, ребят, все зависит от состояния, от комплектации, там, от пробега. Toyota Sienta. Есть гибридная версия, 4WD, передний привод. Данный автомобиль не гибрид, обычная полторашка. Стоимость автомобиля 880 тысяч рублей. Ну, это нормальная, адекватная цена за Сиенту. Довольно неплохой, симпатичный внешний вид. Такой полноценный семейный минивенчик. Рядом стоит Toyota Vitz. Они бывают 1.3, бывают литровые. Если автомобиль идет 4WD, то он идет только 1.3. Данный 17 года. Рестайлинг. Вот цена тоже не указана. Ну, ценовая политика таких автомобилей в районе 650, наверное, за нормальный автомобиль от 650 и выше. Рядом у нас стоит Nissan AD NV150. Мало. Таких автомобилей на авторынке очень мало, но постоянно спрашивают. Автомобиль хороший, надежный. 599 тысяч. Чисто, знаете, такой рабочий автомобиль. Вот перед многими стоит выбор, что взять. Либо Саксид, либо Пробокс, либо вот АДшку, да, либо Вингроуд. Но Вингроуд, он уже такой более комфортабельный, да, скажем так, идет. Но опять же, Пробоксы и Саксиды, они идут подороже. 599 тысяч. Все автомобили приходят на штамповках. По-моему, я даже ни разу не встречал, чтобы такая деха была на литье. У нее очень большой багажник автомобиля. Сегодня нам опять везет. Автомобили открыты. По салончику здесь все просто, стандартно. Никакой там роскоши нету. Один пластик. Сзади вот такая вот лавка. Если честно, она неудобна. Да, где-то на небольшие расстояния без проблем, но на дальние расстояния, на дальняк. Но опять же, видите, я сравниваю только чисто по своему мнению. Для кого-то это будет комфортно. Спинка складывается, получается у нас столик. Кстати, ВИЦы, да, я про ВИЦа не сказал, ВИЦы еще бывают гибридные последние. Вот еще один ВИЦ стоит. Он на ключе. 16-й год, литровый вариатор, 3,5 балла, пробег 89 тысяч. Резина под замену здесь идет, резина прям лысая. Как лысая, то есть боковинка съедена у нее. Я бы на такой резине, конечно, ездить не стал бы, я поменял бы ее. 590 тысяч. Стоит японский регистратор, стоит датчик при столкновении. Движение по полосе. Рядом стоит Suzuki Swift. Такой ярко... Ой, чуть не споткнулся. Ярко-синий цвет. Что-то пришли смотреть. 725 тысяч. Ходовые огни у него. Ну и обратите внимание на фары. Довольно неплохо смотрится.
смотрите, вот Джасти, Toyota Tank, Subaru Джасти. Еще какие-то две модели есть. Запамятовал я полностью одинаковые автомобили. То есть, в принципе, перед вами стоит танк, Toyota Tank. 595 тысяч. Вот мы разговаривали про цену. 3 балла. Ну, я думаю, возможно, тут есть окрасы по левой стороне. Давайте даже проверим. Пробег 126 тысяч. Да, есть окрас. Но цена менее 600 тысяч рублей. Toyota Aqua, полноценный гибрид. Полноценный. То есть автомобиль ездит на гибридной установке. Поршневая группа у вас во дворе не работает. 3,5 балла. Стоимость автомобиля 710 тысяч рублей. ТАЖ на аукцион. 363 лот. L комплектация. Комплектация L — это самая-самая простая комплектация. Светлый салон. И сзади будут весла. Я думаю, все знают, что такое весла. Прикольно, да так? Я уже не помню, когда были такие автомобили. Но завесочку надо будет, конечно, добавить. Минивэн. Не каждый знает о таком минивэне. Друзья, это Passo Sette. Грубо говоря, Passo, но, скажем так, удлиненный. Автомобиль 4 ВД, стоимость автомобиля 660 тысяч рублей. Задняя дверь, она, не знаю, в полтора раза больше, чем передняя. Да, по ширине. Второй ряд сидений, естественно, он двигается вперед-назад. Спинки здесь. И спинки, и сидения идут отдельно. Это тоже идет плюс. Смотрите, багажник открыли. Ну и, казалось бы, просто багажник. Кто не знает, может не догадаться. Ну, догадаться, наверное, за счет подголовников. Специальные крепления, специальные места. По факту здесь третий ряд сидений. Когда второй ряд сидений у нас подвинут до конца, да, места здесь нет. Но не просто так придумали, что второй ряд сидений у нас двигался. Про бокс. Рабочий такой автомобиль. Я уже говорил, да, то, что перед многими встает выбор либо про бокс, либо Саксид. Либо брать Адеху. 18 год, 625 тысяч. Но это версия 1.3. Да, я не сказал то, что есть пробоксы 1.3, есть пробоксы полторашечные. Тоже регистратор, датчик. Они все на ключе. Пробоксы, кстати, тоже есть гибридные. Рабочий автомобиль, все по-рабочему. Ничего лишнего. Сзади тоже лавка. Есть пробоксы, где идет сиденье, ну, такое мягенькое. Опять же, сзади все на веслах. Но такие автомобили, друзья, все-таки берут не для роскоши какой-то, да, а именно рабочие автомобили. Это почему? Есть такие люди, которые под себя и в семью берут. Ну, вот нравится кому-то пробокс. Комплектация есть, где один стеклоподъемник, где весла, где два стеклоподъемника электро. Ну и, соответственно, где четыре. Тоже автомобили на литье редко приходят. Дальше, друзья, Suzuki Solio,
гибрид. Извиняюсь, не Солио, Делика. Но опять же, Suzuki Солио и Делика, вот, полностью одинаковые автомобили. Полностью. Ну вот эти разные по комплектации. Это вообще идет 4 ВД. 735, это, кстати, тоже 735 тысяч. 1.2, вариатор, черный салон, две электродвери, мультируль, 735 тысяч. Гибрид, ребят. Литье, по бокам обвес. Ну вот, согласитесь, да, конечно же, с обвесом машинка пошикарнее смотрится, как ни крути. Намного лучше. Два глаза таких торчат в лобовом стекле. Камеры. Ага, закрыт. Закрыт наш замечательный автомобиль. Набирает популярность данный автомобиль. Прям с бешеной скоростью набирает популярность. Этот открыт. Мне нравится то, что в этом автомобиле высокая посадка. Не как, знаете, в седан садишься, там жопой бах и упал, все провалился куда-то. Здесь прям высокая посадочка. Прикольный такой дизайн панели передней. Стекло широкое, высокое, то есть обзор здесь великолепный. Одна электродверь, напоминаю, если электродверь одна в Японии, она идет с левой стороны. Второй ряд сидений идет раздельный, трансформируется, двигается. Тоже это очень-очень удобно. Можно, допустим, вот это сиденье поднять, посадить сюда человека, естественно, водителя. Вот эту сидушку сложить и какой-то такой груз перевести, допустим, длинный. Да, раздвижные, сдвижные двери, конечно, это очень удобно. Особенно вот. Машин с каждым годом все больше и больше становится. Знаете, приезжаешь куда-нибудь там на супермаркет, ищешь себе место остановиться. Вроде нормально остановился, никому не мешаешь. И какой-нибудь, не знаю, как его назвать, приезжает, паркуется там, что кое-как вылазит из своей машины. Ты приходишь потом, блин, ну понятно, то, что сразу не видишь. Потом у тебя коцка на двери, там вмятина на двери, еще что-нибудь. Я вот это вот не люблю. Honda Fit Shuttle. Кстати, данный автомобиль я, по-моему, проверял. Да, гибрид, пробег в районе 100. Мы сейчас посмотрим, у него аукционик родной. 115 тысяч пробег. У него, по-моему, замена двери идет по левой стороне, если я не ошибаюсь. И какой-то есть окрас без шпакли. Литье, летняя резина. Это хорошая комплектация, ребят. Полный мультируль. Ну, это максималка получается. Кожаные вставки, подогрев. Да, даже подогревы есть. Опять же, смотрите, что касается, вот я там хочу эрочку, да, мне там пойдет замена двери. Это хорошо, когда вот ты приходишь машину смотреть, и за дверью все целое. Сейчас так мельком вспомню. Да, вот эта дверь, задняя левая, она менялась. А бывает открываешь, смотришь, а тут шпакля. Или вообще порог мененный идет. Ну да, тут ничего не резалось, не варилось, не пилилось, как многие любят говорить. Не распил, не конструктор. Тоже одно время как-то не брали их, а сейчас прям бум по ним идет. Именно по фитам, шаттлам. Так, ну давайте какие-нибудь интересные еще автомобили, наверное, возьмем. Swift у нас был, 730 стоит. Vitz был. 685. Вот интересный автомобиль. Honda Grace. Начинка от Fit'а. Но это, ребят, седан. 4 ВД. 16 год. По Японии 17 год. Полторашка, гибрид. Робот. 865 тысяч. Комплектация простенькая. Ага, интересный автомобиль. Интересный автомобиль закрыт. Thank you.
Да. Мини-джип. Все, никак до них добраться не могу. Териус. 455 тысяч. Мини такой танк. 0.7. Турбо. Литье на 15. 455 тысяч. Toyota Porte, Toyota Spade. Ну, практически одинаковые автомобили. 710 тысяч. 3,5 балла. Пробег 61 тысяча на автомобиле. Литье, летняя резина, боковая дверь сдвижная. Сколько я сказал? 720? Я вообще не говорил цену. Темный салончик. Ох ты. Открыть. Смотрите, вот переднее сиденье отодвинуто до конца. Сколько здесь мест. Автомобиль реально клевый, надежный, удобный и практичный. Можно эту продажу резины открывать. Да? Багажник такой, знаете, что мне здесь нравится? Что он вот такой, как бы с углублением идет. Дальше, ребят, Toyota Rush. Но опять же, это стоит Daihatsu. Заметили, да, вот на одну стоянку сколько у нас? Ну, грубо говоря, три аналога, да, появилось. То есть есть Daihatsu Bigo, есть Toyota Rush. Стоимость данного автомобиля 820 тысяч рублей. Аукционник выкладывают 3,5 балла, 94 тысячи пробег. Девятый год. Автомат здесь такой компактный кроссовер, назову его так, городской. 4 ВД, но есть автомобили задний привод. Honda Везель, передний привод, гибрид 4 ВД. Если автомобиль не гибрид, стоит вариатор. Если гибрид, робот. Тоже есть разнообразная комплектация. 1 миллион 440 тысяч. 17 год. Пленочка осталась. Друзья, ну, собственно, как я и говорил, я не планирую, да, целенаправленно там делать обзоры. Вот сейчас заходил смотреть именно на эту стоянку, смотреть автомобиль. Решил для вас снять видео, небольшой такой обзор цен. Вот, всем спасибо, кто досмотрел до конца. Не забывайте подписаться на канал. Нужна помощь в приобретении автомобиля. Звоните, пишите, обращайтесь.